Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром, и это одно из последних видео 2016 года. Я очень рада видеть вас всех на своем канале, и я надеюсь, этот выпуск вам также понравится, как и нравились все остальные, которые я готовила на протяжении всего 2016 года. Устраивайтесь поудобнее, я сегодня вот в такой одежде, это мой халат. Я решила сняться именно в таком халате, потому что считаю, что Новый год — это один из самых уютных праздников, который только есть. И это не может не радовать, потому что я могу не одеваться перед съемкой, вот как сажусь, и так вот рассказываю все искренне, все честно, все как было и без купюр. Я даже взяла с собой вот такой вот чай, это моя любимая чашка, поэтому попьем чайку пока. Поэтому вы тоже можете попить чай, пока я вам тут что-то рассказываю и что-то показываю. В общем, пока я рассказываю вам, какой был 2016 год, я буду плавно наряжать елку, потому что я ждала этого момента именно до этого видео. И без вас я решила, что не буду ничего делать, поэтому все шарики сейчас будем вешать вместе с вами. Не знаю, как ваш 2016 год, у меня... Я не могу сказать, что это был какой-то ужасный, жестокий, тяжелый год. Было все. Честно говоря, я перезапустила канал именно в 2016 году, потому что... У меня были кое-какие трудности, у меня были какие-то вечные непонятки с деньгами, особенно в первой половине этого 2016 года. Я решила, что не буду подводить каких-то итогов, которые у меня были раньше в Инстаграме или были еще в других социальных сетях, когда мне очень нравилось прям писать и говорить, что было за этот год, что изменилось, что чего я достигла, чего не достигла. Мне кажется, это какое-то восхваление себя было. Не знаю, мне сложно сейчас об этом говорить, но я так больше делать, скорее всего, не буду. Вот, потому что я уже с этого выросла, поверьте. А, смотрите, какие красивые шарики я сейчас достаю. Думаю, вам видно. Мне нравятся такие, что они такие прозрачные, прикольные. Все, что я хочу сейчас вам рассказать про этот 2016 год, что... Слава богу, никто из моих близких тяжело не заболел, никто не умер, все было нормально, все было хорошо. Мне кажется, это самое главное, когда ваши близкие здоровы и все с ними прекрасно. Сейчас я вам хочу показать отрывки из Витфеста, который я так и не успела показать, потому что, даже не знаю почему, просто они не влезли. На самом деле очень много видео, которых я не успела выпустить и которые очень хочу выпустить. Поэтому я думаю, что в начале января я покажу... Вроде так нормально, да? Нормально. Поэтому в начале января я покажу какие-то отдельные прикольные кусочки, которые не вошли в 2016. Вот. И я все-таки постараюсь снимать почаще. Я понимаю, что сейчас мне более-менее удается как бы вливаться в график именно выхода видео. Но я постараюсь это делать как можно чаще и... Ну, чтобы вам не было тоже скучно это смотреть и как-то разбавлять свои ролики какими-то интересными событиями. Витфест! Это Москва! Это Витфест! Давайте еще громче ваши аплодисменты! Привет, ребят! Привет, вот у тебя есть микрофон. Сейчас мы... Раз, два, три. Начнем Всем общение. Привет! Мы привет. Сегодня с Костиком пришли. Вот мы делаем топ-5 дай 5, типа, если что, да, вот. Лера! Что ты сказала, интересно? Алло, алло, извините, да? Ой, извините, я приду скоро, я приду. Ну давай. Я ответила вот так. Ать, а вон он Ян. Вот так я ответила. Ать, а вот он Ян? Да. Ну типа, чтобы обратили внимание и ушли от вопроса и всякие такие. Я встречаюсь с Лерой. У нас... каждый вторник и четверг. С ней секс 2 раза в день. Да. Ее парень против. Но я говорю, чувак, простите.
простите, я вот как-то... Все хотят же, все хотят, все... Наконец-то да? Признался, я давно ждал этого откровения. Очень долго ждал. А еще вот он вам там рассказывает про космос, да? Я сегодня пересматривала твои старые выпуски. Как ты там это, про... Как ты там майки свои рекламировал? Вот это просто потрясающе. Майки? Да, свитшотик мои? Такой берет. А. Если вы хотите вот это красиво, тут вот, вот это я тут, вы можете заказать все, что хотите. Нет, я так говорил, смотрите, какой свитшотик. Нет, ты так не говорил, ты вот как я сейчас сказал. Ну, ну примерно так ну, я примерно, да, вот как я не знаю, там вот это. А потом, а все, от римлян пошло, средневековье-то, это какой кошмар. Еще очень сильно я хотела выпустить видео, знаете, больше не как влог, не как какой-то определенный видос там, ну, скажем, про Новый год, про, на эту тематику. Я хотела выпустить видео как бы для общего зрителя, например, который бы рассказывал там, что случилось в этом году. Известные мемы, известные мероприятия, известные там, так скажем, какие-то... события, да, там, ну вот как многие подводят, и общий итог года. Мне тоже так хотелось сделать, но я подумала, что, блин, это все-таки видеоблог, это не какой-то информационный портал, где можно вывешивать такие видео. Ну, одним словом, как бы, это не нужно здесь. Блин, я уже умудрилась оторвать. Вот так всегда что-то я сделаю, и потом... Так, ну давай. Мне кажется, что этот надо куда-то. Блин, у меня вся елка уже сыпется. Ну что за фигня, а? Мне кажется, этот надо куда-то вот сюда повесить. И разбавить все это. У меня просто не было возможности другой нарядить елку, потому что я подрабатывала. И у меня не было вообще никакого времени. Кстати, на подработке я тоже снимала, вот думаю показывать. Че? Чё ты так делаешь? Блин. И я поэтому не знала, показывать вам эти куски или не показывать, как бы, вот. Что еще было этим... Что еще было в этом году? Да, в принципе, знаете, как вот... Как говорится, отсутствие новостей тоже новость, поэтому тут судить как-то по каким-то отдельным фактам, которые случились в этот год, ну как-то не знаю. Что больше всего меня порадовало, что больше всего меня удивило за этот год, наверное, это фестиваль видеоблогеров, VidFest. Потому... Ой, меня так не видно. Потому что, когда я туда первый раз пришла, у меня на канале было 2000 человек. Это был 2015 год. Так, сейчас я завяжу вот эту вот штучку. Черт. Меня там никто не знал. Даже, ну, как бы, я не стремлюсь к тому, чтобы меня постоянно где-то узнавали, мне это самой не нужно. Но я была очень сильно удивлена, когда в 2016 году, ну, именно в этом году, когда был BitFest, я пришла туда, и со мной фоткались. Вы представляете? Я бы никогда не подумала, что это будет когда-то вообще в самой жизни, что будут подходить девочки, даже мальчик подошел. Ну, мальчики, я, кстати, знаю, кто это, он снимал видео, и он в этот момент просто, ну, не стал никуда вставлять. Это отдельная тема. Вот, но мне было все равно очень-очень приятно, что когда кто-то даже, возможно, видел одно видео и подходил и говорил такой, у тебя есть канал? И я так, он типа, о, давай, все, давай там фоткаться или что-то еще. В общем... Мне очень все понравилось. И опять же, если сравнивать по мероприятиям, мне кажется, что в этом году все было намного насыщеннее, потому что я даже умудрилась побывать снова на теннисе, снова на играх. Блин,
программир — это вообще отдельная тематика, ребят, серьезно. Мне кажется, что я никогда не смогу показать весь максимум того, что происходит на этом мероприятии, потому что там настолько много всего, настолько все интересно, все круто, все как-то, я не знаю, прям живо, весело. Ну, смотрите, какая вещь. Я боюсь, что я его сейчас повешу, и вы не увидите просто. Ладно, потом вам покажу. Мне кажется, если и... Что мне кажется, что если снимать что-то на Игромире, нужно это делать прям отдельно, серьезно. Вот. Должно быть роликов 5, 6 и так далее. Что еще, например, я не сняла, что мне хотелось снять, и чтобы это было на канале. Я думаю, что... Это какие-нибудь обычные легкие видео. Я не могу сказать, что какие-то челленджи или еще какие-то. Или еще какие-то видео. Я хочу снимать, например, подготовку к праздникам, да, там. Или что еще вам сказать? Или, например, у меня есть 2-3 видео, там, как сделать что-то там из косметики, например. Я просто не знаю, будет ли это вам нравиться, но. Люди просят также показать часть своего гардероба, я прекрасно помню. И знаете, что я еще хочу сделать? У меня... Я не успела отснять вопрос-ответ. Вот это да, вот это, конечно, это мой косяк. Честно вам признаюсь. Куда этот шарик повесил? Блин, да что ж такое, они все застревают здесь. Вот. Блин. Дин-дин-дин-дин-дин. Какая-то странная елка, они все как-то вот так делают. Я не успела снять вопрос-ответ. Я знаю, что вы просили об этом, и я сама хочу такое сделать. Ну, мне нравится очень, на самом деле, отвечать на вопросы людей, даже когда мы переписываемся с... У меня, как обычно, закончилась карта памяти, и пришлось все это переставлять, делать. Так, на чем мы с вами там остановились? По поводу вопрос-ответ. Да, действительно, это видео выйдет, оно выйдет в начале января. Я считаю, что так правильно, начнем год именно с вопрос-ответа. Почему бы и нет? По поводу учебы, что было в этом году, я лучше не буду рассказывать. Потому что, ну, грустная ситуация, я не хочу встречать Новый год с плохим настроением. Я сделала максимум, приложила усилий для того, чтобы отметить Новый год очень круто, потому что я решила практически все свои проблемы. Я не хочу переносить Новый год как какой-то осадок, какой-то негатив. Ну, просто мне хочется встретить Новый год очень круто. Потому что прошлый Новый год, если честно, не удался, и я его даже не хочу вспоминать. Так, мне кажется, что вот эти шарики как-то странно смотрятся. Нет, надо перевесить, не нравится мне, не нравится. Повесим куда-нибудь вот сюда, вот. Или сюда повесим. Сюда вот у меня какие-то проблемы с наряжанием елки. Я так не вижу, как оно смотрится отсюда и отсюда. Лучше повесим сюда, то здесь нету. Вот, она уже сохлась, блин, как жалко. Надо какие-нибудь другие шарики найти, точно, потому что что-то мне не очень это все нравится. Просто в коробке вот такие вот всякие штуки. Воу-воу! Во, мои любимые бусы на елку. Так, коробку собираем. Так. Это пусть там внизу болтается.
Ну да, так красивее. Хотя их, мне кажется, не видно совсем, да, эти бусы? Жесть какая-то. Поэтому, дорогие мои подписчики, те, кто случайно зашел на канал, те, кто давно меня смотрит, те, кто недавно подписались, я очень вас прошу, напишите, пожалуйста, там будет ссылка внизу на мой контакт, напишите, пожалуйста, мне туда вопросы к рубрике «Вопрос-ответ». Я обязательно это все сниму, серьезно. Я надеюсь, что это видео будет первым в 2017 году, потому что мы очень давно с вами не общались и не вели какие-то диалоги. Мне очень жаль, что у меня нету нормального времени, чтобы снимать постоянно, потому что мне на самом деле хотелось бы снимать буквально через день, потому что в жизни происходит очень много разных событий, и мне хотелось бы этим с вами делиться на самом деле. Но с 19 октября у меня очень плотный график, очень плотный. Я не высыпаюсь, у меня нет вообще никакого свободного времени. Мне это сложно объяснить, но это так. То есть я иногда прихожу домой, просто тупо ложусь спать, и в перерывах между этим я как-то умудряюсь что-то снимать, что-то делать, и поэтому очень много видео не выставленных. Но я очень верю в 2017 год, что все будет по-другому, что мне удастся осуществить задуманное. Чего, кстати, вам желаю, чтобы вы всегда двигались к своей цели, несмотря ни на что, несмотря на то, что кто-то вам что-то говорит, что это неправильно, что не делай так, люди делают по-другому. Если вам хочется идти к своей цели, вы должны к ней идти, несмотря ни на что. Ни на пустые разговоры, ни на осуждения. Ну, короче говоря, вы должны это понять. То есть, когда вы будете двигаться в нужном направлении, даже если эта цель будет неоправдана, даже если вы, когда этого добьетесь, вы поймете, что зачем это мне надо было, это такой бред. Лучше считать, что это был бред, поверьте мне. Но вы этого достигли, вы это захотели, вы это сделали. И поверьте, вы будете очень сильно жалеть, когда вы чего-то не попробуете из того, что вы хотите. Я не говорю это о каких-то там вещах, да, там, ну, которые, так скажем, ну, не надо делать. Я говорю о каких-то желаниях, например, стать кем-то, поехать куда-то там, в какую-то страну, попробовать какой-нибудь вид спорта, попробовать экзотическое блюдо, поступить туда, куда вы хотите. Я именно об этом сейчас вам рассказываю. Поэтому и всегда верьте в себя, даже если от вас отвернутся все. Всегда верьте в себя до последнего, потому что вы у себя есть. Это самое главное, что вы у себя есть. И может в жизни случиться всякое, серьезно. Может в жизни так получится, что останутся с вами только единицы, но вы всегда должны знать, что вы у себя единственный, и вы всегда у себя есть, и все у вас получится. И один в поле воин, как говорят в пословице, что один в поле не воин, поверьте, один в поле воин. Каждый человек может достичь того, чего он хочет. И я явный пример этому, потому что моя жизнь очень сильно изменилась несколько лет назад. И если бы я не сделала бы, не шагнула навстречу к своей судьбе, я не знаю, какие-то слова такие вам сложные рассказываю, если бы я этого не сделала, все было бы сейчас по-другому, все было бы сейчас очень-очень плохо, я знаю. Поэтому всегда давайте второй шанс своим мечтам, всегда давайте, потому что они всегда выиграют, и я это знаю. И сейчас я, да, собираю елку, но заранее хочу просто с вами вам сказать пока, потому что я думаю, что я ее буду собирать очень долго, и одно не справится мне здесь, поэтому мы с вами, я считаю, что хорошо поговорили. И я хочу, чтобы таких видео было очень много, именно мотивирующих, именно каких-то там, чтобы... Я просто хочу, чтобы люди не сдавались, чтобы люди шли к своим целям до победного. И я хочу служить вам таким неким мотиватором на примере своей жизни, то, что у меня было и то, что еще будет. Поэтому, ребята, всегда верьте в себя. И знаете что, я вас всех очень люблю, я ценю каждую минуту, проведенную с вами. И еще очень скоро увидимся, потому что впереди еще будут поздравления с Новым годом. В общем, счастья вам, удачи. Оставайтесь всегда со мной, я вас всех очень люблю, пока.